Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди. В сегодняшнем обзоре речь пойдет об ультрабуке Asus ZenBook UX305F, который построен на базе процессора Intel Core M поколения Broadwell Y. Ультрабук поставляется в комплекте с внешним адаптером питания и набором документации. Корпус ультрабука прочен и износостоек, почти не собирает на своих поверхностях отпечатки пальцев и приятно холодит ладони при прикосновении к нему, так как выполнен из цельного блока алюминия. При этом ZenBook UX305F легче и тоньше, чем большинство устройств подобного класса. Его вес всего 1 кг 200 граммов, а габариты составляют 324 на 226 на 12,3 мм. Толщина непостоянна, корпус сужается к переднему торцу. На левом боку устройства находятся два порта USB 3.0 и картридер. На правом – разъем для подключения адаптера питания, еще один порт USB 3.0, видеовыход microHDMI, 3,5 мм разъем для гарнитуры или наушников и пара светодиодных индикаторов. С некоторым усилием открыв ультрабук, видим достаточно большой кликпэд и клавиатуру без дополнительного цифрового блока справа, которая несколько утоплена в корпус устройства. Ее клавиши из шероховатого пластика нажимаются комфортно и почти беззвучно. Экран ноутбука матовый с антибликовым покрытием. Он имеет диагональ 13,3 дюйма и Full HD разрешение 1920 на 1080. Матрица выполнена по технологии IPS, что гарантирует хорошую цветопередачу и большие углы обзора. Над экраном расположен глазок HD-камеры со светодиодной подсветкой, а также датчик освещенности для автоматической подстройки яркости изображения. Примечательно, что корпус ультрабука полностью лишен привычных решеток вентиляции и сам является частью системы пассивного охлаждения, что делает его абсолютно бесшумным. Это стало возможным благодаря его энергоэффективной начинке. Процессор Intel Core M5Y10C, 2 ядра, 4 потока. Тактовая частота варьируется от 800 МГц до 2 ГГц за счет технологии Turbo Boost. Оперативная память 4 ГБ LPDDR3 с тактовой частотой 1600 МГц. Накопитель твердотельный объемом 128 ГБ, производство SanDisk. Видеокарта, интегрированная в процессор Intel HD Graphics 5300. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0. Аккумулятор литий-полимерный емкостью 3830 мАч. Операционная система Windows 8.1 64 бита. Ознакомившись с начинкой, давайте перейдем к тестам производительности системы. Из технических спецификаций ультрабука было понятно, что высоких оценок в бенчмарках он вряд ли добьется. Но стоит сделать скидку на то, что аппаратная платформа поколения Broadwell Y изначально предназначалась для использования по большей части в планшетах и перекочевала в этот ультрабук исключительно из-за предельно низкого тепловыделения. Это позволило сэкономить на габаритах системы охлаждения и сделать ZenBook UX305F необычайно тонким, каким и должен быть портативный девайс для повседневной работы. Наличие твердотельного накопителя благоприятно сказывается на быстродействии системы. Windows загружается за пару секунд, при работе не лагает. Время автономной работы ультрабука при зацикленном просмотре Full HD видео при средней яркости экрана составило порядка 5,5 часов, что весьма неплохо. В общем и целом, Asus UX305F стал очередным удачным представителем имиджевой линейки ZenBook. Качественные материалы, эргономика и достойная производительность делают его устройством, на котором действительно приятно работать. До свидания.